Гетмана ругают, Петлюру ругают, и доктора какого-то. Кустицкого, что ли? Гурицкого. И его ругают. Кто, скажите, пожалуйста, кто пойдет воевать за его превосходительство Гетмана и за его Украину? Кто? У них валюта в карманах. Кто? Да никто. Даже те мерзавцы, что сейчас из кожи вон лезут, стараясь стать святее Папы Римского и желто-голубее, чем украинский флаг. Я позвоню. Спрашиваю у этой канали, опять же, доктора Курицкого. Он, изволите ли видеть, разучился говорить по-русски. С ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курыцкий. Так вот спрашиваю, как по-украински кот? Он отвечает, кить. Спрашиваю, а как кить? Он остановился, глаза выпучил и молчал. И теперь не кланяется. Слово «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты. А в России всего много. В Белом море кит.